Ну что, друзья, вот так вот выглядит наша съемная квартира на неделю. Как я уже говорила, сняли мы ее за 550 лир. Здесь прямо на входе находится кухня, холодильник, как вы видите. Я даже еще не смотрела, что здесь есть. Ну, в общем, все принадлежности, которые нужно, вроде бы есть. Тарелки. Есть ли кастрюли? Неизвестно. Кастрюли есть, все есть. Плита, холодильник. Также есть вот такая вот небольшая гостиная с малепусеньким телевизором. Но нормально. Вот это бугасмы. Вот это вот газовый агрегат. И выходят у нас окна на тихую улочку. Айхан, насыл? Нормально, чисто. Сейчас я покажу вам спальню. Вот так вот выглядит спальня. Трюмо, кровать, полотенце, одеяло, шкаф. В общем, чисто, аккуратно. И туалет с душем. Душевая кабинка. Сушитель для полотенец, мыло, фена я, конечно, не вижу. Нам сказали, что есть фен и утюг, это мы узнаем. В общем, таким вот образом, вместо 800 лир за неделю за маленькую комнатушечку в отеле, мы взяли вот такую вот квартиру. Напишите обязательно в комментариях, что вы Всем думаете. Привет, дорогие друзья! Всем привет! Наш второй день в Эскишехире начинается. Встали мы немножко поздно. Сейчас пойдем по делам. Вот вы видите за мной. В Эскишехире настоящая осень. Айхан, вон, Слушайте, а это не похоже, похоже на рябину на нашу, но это не рябина. Смотрите, какие елки здесь еще классные. Ну, в общем, наш второй день начинается. Вчера мы ходили в торговый центр, и пальто мне не нашли. Поэтому сейчас идем в другой магазин смотреть пальто. Потом пойдем покушать в один из наших самых любимых и дешевых ресторанов. Поэтому, друзья, оставайтесь с нами. Мы вам покажем самое интересное и то, что увидим сейчас сами. Мы находимся на одной из самых шумных торговых улиц Эскишехира. И за нами, как Айхан рассказал, находится самый старый торговый центр Эскишехира, который был построен в 1980 году. Там очень много разных маленьких магазинчиков. И впервые в Эскишехире, в этом торговом центре, появился эскалатор. Мы купили мне пальто, и там был не брак, а пуговица немножко болтается. Мы решили пойти к портному и попросить, чтобы он покрепче пришил пуговицу. В общем, друзья, идем в самый старый торговый центр Эскишехира. Торговый центр АВМ. Вот так вот выглядит небольшая швейная мастерская, куда мы привезли принесли пальто. Видите, места мало, но трудится много, много народу. Если вы покупаете что-то в катоне, то если какой-то брак, можно принести, и вам бесплатно все отремонтируют. Также знайте, что если вы покупаете, например, в катоне, в Лосивайкике и так далее, какие-то брюки, например, и они вам длинные, то вы их можете спокойно оставить на кассе, и через час буквально вам принесут их уже подшитыми. Ну а сейчас давайте я вам покажу цены. Цены, какие здесь есть. И, кстати, вот мы только что с Айханом говорили. Эскишехир зимой. Для чего можно приезжать в Эскишехир зимой? А, конечно же, на шопинг.
Конечно же, кто любит вкусную турецкую пищу, здесь очень много особенных блюд, которые мы тоже постараемся вам показать. Можно посетить различные музеи, можно сходить в планетариум. Здесь есть развлечения для детей. Поэтому, друзья, в ближайших видео вы все увидите, чем можно заняться в Эскишехире зимой. Летом развлечения совершенно другие. Давайте сейчас я вам покажу цены на одежду. Вот в самом старом торговом центре. На примере детского магазина я вам покажу цены. Вот вы видите, выбор большой. Есть и куртки, и кофты, и футболки, и все есть. Тишорт для меня не кадар. Бу чоджуклар чин. 15 лир. Кач? 20 лир с длинными. Бөле такымлар? 80 лир. 80 лир. Меселя, кыз чоджуклар için böyle kaç para? 120. 160. 160. И все эти вещи сделаны в Турции, не в Китае. Тюрк малы. Чиндан дейл, дейль ми? Все сделано в Турции. Очень хорошего качества детская одежда. Ага. Прям мягкая. Угу. Монтелла. А, made in Turkey. Çünkü herkes diyor Türkiye'de artık Türk malı bir şey kalmadı. Mesela elbiseler 120. Erkek çocuklar için böyle şeyler. Gömlekler. Rubaşki. Kaç para? 35, 40, 45, 50 o civarda. От 30, да, от 35 лир и выше. Есть вот такие вот красивые платьишки для девочек. Курточки для мальчиков 120 лир. Айна фирма Дельмо Монтелла. Вы можете в интернете посмотреть. Вот для более взрослого мальчика. Айна фирма Монтелла. Ага. Ой, костюмчики красивенькие. Ага. Кач пара бюле? 228. Очень красивые, главное, качественные вещи. Бу кач пара? 185 лир. Видите, и все вот этой турецкой фирмы. Есть также джинсы спортивные. 45 лир джинсы, спортивные костюмы. В общем, есть всякие разные свитера. В общем, друзья, если приедете в Эскишехир, обязательно заходите в этот магазинчик. Здесь вам все посоветуют и расскажут. Ну, а сейчас давайте пройдем. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Ben sizden kart alabilir miyim? Вот я взяла визитную карточку. Если вам понадобятся контакты, напишите мне, я оставлю вам. Это прям случайный магазин, в который мы зашли. Çok teşekkürler. А теперь давайте посмотрим одежду для взрослых. И я вам покажу магазин с джинсами. Аска джинс называется. И в этом магазине все джинсы очень хорошего качества. И все джинсы, представляете, по 50 лир. Давайте пройдем внутрь, я вам покажу. Есть еще рубашки. И я уже сказала, все джинсы в этом магазине стоят 50 лир. Есть с лайкрой, которые тянутся. Вот вы видите, всякие разные модели. И слим, и клёш. Есть мужские, например, джинсовые куртки, 75 лир, различные цвета, рубашечки по 45 лир. Кстати, здесь Айхан работал в этом магазине ребенком, представляете? В общем, выбор джинс огромный, куча цветов, моделей. Если вы захотите, то напишите в комментариях, я оставлю телефон. И у них есть, кстати, в Инстаграме тоже. Представляете, джинсы всего по 50 лир, куча моделей, просто потрясающе. Ну, теперь пойдем дальше, посмотрим куртки и костюмы. 5 этажей, представляете, внизу товары для животных, здесь текстиль, наверху обувь, еще есть компьютерная техника и этаж с подарками. Вот, смотрите, например, по 30 лир. Пожалуйста, спортивная одежда. Дальше.
костюмы, мужские пиджаки, штаны 69 лир, куртка 129, штаны 89. Ну, в общем, вы сами видите цены. Цены очень даже приемлемые. И вот такие вот маленькие магазинчики. Есть спортивные товары. Nike. Ну, понятно, что это все не оригинал. Видите, товары для деток. И вот брюки разные. Все брюки по 44 лиры. По 39 есть брюки. Зимние брюки. Рубашки. Еще костюмы. Все костюмы, смотрите, есть костюмы, начальная цена от 100 лир. То есть костюм получается брюки и пиджак. Цена от 100 лир. Куртки, пальто. И как я вижу, здесь все такого очень хорошего качества. 99 лир. И свитера по 50 лир. Ой, вот красивое пальтишко такое. Вот эти вот все пальто от, ну, в общем, около 100 лир они стоят. Свитера по 50 лир. Видите, вот такие вот маленькие, но очень аккуратные магазины. Женской одежды пока я не увидела здесь. Сейчас посмотрим. На первом этаже здесь зоомагазины. И посмотрите, сколько разных птичек. Какие-то спят, какие-то кушают. И цены, кстати, здесь тоже очень хорошие. Смотрите, всего 40 лир за попугая, клетку, какую-то штуку для воды. Ну, в общем, все включено. Стоит всего 40 лир. Мы решили сделать видео в магазине. Вот вы видите, кожаная обувь от 60 лир, но это модели остались несколько всего номеров. И также посмотрите, номер 45, 46, 47 тоже есть. Вот эта вот вся обувь, она кожаная. Посмотрите, потрясающая кожаная обувь. И стоят эти ботинки всего 150 лир. В общем, цены в этом магазине от 150 лир. Например, вот такие вот красивые мужские ботинки от 140 лир. Классические мужские ботинки. Посмотрите, какая красота. 150 лир. И, друзья, это все кожа. Представляете? Поэтому обязательно приезжайте в Эскишехир за покупками. Это все качественное, произведенное в Турции. Видите, и даже есть обувь на меху. Кто интересовался? Поэтому очень качественная обувь и есть большой выбор товаров. Очень много различной женской обуви и цены от 20 лир. Вот вы видите, много детской обуви. Ну, конечно, чем дороже, тем лучше. Я думаю, что кожаная обувь женская здесь тоже от 50 лир примерно цены. А вот, друзья, и сумки. Давайте посмотрим, почем же здесь кожаные сумки. Очень мне интересно. Качественные сумки, друзья, фирменные. Никакая не подделка, с хорошими швами. От 100 лир идут цены, даже от 50 лир. Просто потрясающе, я просто в восторге. Как я вам уже говорила, на шопинг мы ездим только в Эскишехир. Поэтому Эскишехир – потрясающее место для шопинга. Не нужен никакой ни Стамбул, ни Анталия, никакие другие города. Приезжайте в Эскишехир и покупайте качественные вещи, кожаные качественные вещи по очень-очень низким ценам.